После Наврузова в Ашхабаде установилась теплая погода. Днем столбики термометра поднимаются выше 20 градусов. В парках города уже зацвели фруктовые деревья. Вишни, абрикосы, яблони – первыми из фруктовых деревьев в регионе выпускают свои цветы – белые, розоватые, кремовые. Цветение в таких нежных окрасках в дни национального праздника весны создают еще больше красоты белому городу. Красота цветущих деревьев может продлиться до 10 дней. Затем, через несколько дней, на плодовых деревьях прорежется листва. Обычно цветение в Туркменистане начинается с февраля и продолжается до последнего месяца весны. В прошлом году цветение, по наблюдению местных жителей, началось в первые дни марта. На ветках дерева раскрываются благоухающие восхитительные красоты цветы. И только после этого появляются первые зеленые листья, а затем и сочные плоды.